На въезде в Аромашевский район со стороны Вагая появился новый арт-объект. Теперь местных жителей и гостей встречает семья косули. Это животное изображено на гербе района. Проект композиции предложила инициативная группа. Его поддержали в области. На реализацию выделили 2 миллиона рублей. Фундамент под арт-установку пришлось значительно укрепить. Ведь только одна буква из фибробетона весит 1,5 тонны. Еще у нас есть в планах и сделать еще, это уже у нас родилось уже дополнительно, подсветочку красивую сделать, ну и место, площадочку прилегающую, чтобы возможность была у каждого гражданина сфотографироваться, привести семью, полюбоваться данным арт-объектом.